Хорошо обученное и воспитанное поколение – залог прекрасного будущего. Именно с таким девизом на протяжении 5 лет работает школа среднего образования «Ватан» в Махачкале. За эти годы учреждение сумело снискать уважение у горожан и пользуется успехом у многих родителей. Свой юбилей ватановцы решили отметить торжественным мероприятием. Абдулла Алиев с подробностями. 5 лет – возможно, небольшой срок, но позади уже немало достижений, а впереди еще много поставленных задач. Уже сейчас можно сказать, что за эти годы коллектив школы «Ватан» стал как одна семья. Юбилейные мероприятия начали с вручения кубков и грамот отречившимся ученикам. И таких, судя по наличию наград, у школы хватает. Начнем с нашего директора, Слежат Наримана, который вкладывает всю свою душу, свое сердце в работу. Наши учителя, которые постоянно совершенствуются. Наши дети, которые креативно мыслят, которые идут в ногу со временем, оборудование. Ну, в общем, все делается для того, чтобы наши дети были самыми лучшими в сфере образования. Каждый родитель всегда становится перед выбором, куда отдать своего ребенка для учебы. Родители, чьи дети учатся в этой школе, отмечают ответственный подход учителей «Ватана» к своему делу и не жалеют о том, что выбрали для детей именно это образовательное учреждение. Здесь они получают не только знания от квалифицированных педагогов, но еще и правильное воспитание. Моя девочка учится здесь в 11 А-классе. Мы очень рады и довольны школой. Мы хотели бы сегодня поблагодарить школу «Ватан» с днем рождения, пожелать им процветания. Пожелать Хаджат Наримановне здоровья и пожелать им удачи в дальнейшей работе, а также поблагодарить за тот труд, который они вкладывают в наших детей. Кто-то здесь провел уже 5 лет и успел полюбить это учреждение. Будни этой школы трудно назвать скучными. Регулярно здесь проводятся различные мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования. Недавно были даже проведены собственные выборы президента школы. Я учусь в этой школе на протяжении 5 лет и... Более теплой атмосферы я, наверное, не видела в жизни. Это взаимодействие между учащимися и учителями. Это дружба, которая находится между всеми классами. Просто, мне кажется, это лучшее место, которое можно было когда-либо прийти учиться. Я приобрел очень много хороших знаний. Научили меня работать здесь с публикой. Что произошло в нашей школе? Даже недавно у нас проходили выборы президента. На этих выборах нас учили общаться с людьми, узнавать мнение других людей. В планах на будущее, как и прежде, не стоят на месте и осваивать все самые передовые методы обучения, повышать квалификацию педагогов и приобретать самое современное оборудование. Главная цель школы только одна – вырастить не только образованное, но и воспитанное нравственное поколение. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.